Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке «Монахиня». Черт возьми, у меня немножко голос охрип, это все из-за той же простуды. Если что, не обращать внимания, просто я сам слышу, немножко странно так звучит. Продолжаем смотреть различные пасхалки, которые сделали для нас разработчики. Сегодня мы глянем еще немного ников, у нас получается их всего 14, мы в прошлой серии глянули 5. Посмотрим, может быть, сегодня со всеми сразу управимся. Если будут прям какие-то больно уж интересные, то, возможно, оставим еще на одну серию. Так, призрак. Нам, собственно, имя нужно сделать. Давайте. Ой, это, кстати, прошлое осталось интересненько. У нас сейчас Фе-Батиста. Фе-Батиста. Ну, давайте посмотрим, что за Фе-Батиста. Я не знаю, честно говоря, кто это. Но тоже, видимо, зарубежный какой-то ютубер. Ну чё, день первый, поехали, что у нас тут будет? У нас тут... Ага, чё такое? Ух ты! Смешной человечек! Блин! А что это реально такое? Блин, сидя даже нормально не посмотришь, так мешается этот тупой прицел и эта надпись. Тут вот реально так типа не глянешь. Ну если только надпись потом я как-нибудь уберу в фотошопе. Смотреть. И чё? И где она? Эй, вы! Обманщики! Вы куда дели? Только просто так посмотреть и все? Так, подожди. Ну нет, она никак не активируется. Давай-ка по новой. То есть это просто как шапка, да, тоже идет, получается? Ее ты не используешь. Вот пока что самое, что ни на есть было крутое, это у Дегабума этот, как вы мне подсказали, топор Бенди. Топор Бенди или из Бенди, я точно не знаю, просто я с этой игрой не особо знаком. Вот, но это единственное, что можно как-то более-менее потрогать, как-то подержать в руке, побегать с этим, это вот реально прикольно. Но все остальное, и как бы ты ничего с этим остальным даже и не поделаешь толком. Но это какая-то лего-фигурка, что ли, или что-то такое. Честно говоря, не знаю, наверняка, конечно. Но смахивает на какую-то фигурку лего. Что-то как-то больше... А подожди, держать? Смотреть. Подожди-ка. Как так держать? А, книгу, да, держать? Ну тут даже ничего он не пишет, когда ты берешь. О, вот, держать было. Ну что-то он не держит нифига в руке ничего. А если что-то помимо этого возьму? Он выронит, может быть? Давай посмотрим. Вот это интересная штука. Если он выронит, то это еще более-менее. Если нет, то фигово. Для чего тогда нужно? Это просто посмотреть, так и все, что ли? Ну, так, конечно... Ух ты, привет. Так, конечно, многие тут пасхалки. Но все-таки, возможно, это та пасхалка, которая супер волшебная, какая-нибудь там крутецкая. Но, увы, нет. Дальше у нас идет ник Винди31. Это вот русскоязычный как раз-таки ютубер. Вот, и его я уже точно знаю. Так что давайте смотреть, что у него интересного. Не знаю, показывал он сам про себя пасхалку или нет еще, но если показывал, то я буду второй, да, такие дела. Ну, может быть, кто-то еще помимо меня показывал эти пасхалки, не знаю. Но за тем, за кем я слежу... Ух ты, нифига себе, компьютер тут целый. И вот эта фоточка Винди31 получается. Ну, прикольно. Это типа связано с тем, что он программист или что? Честно, не знаю. Ну, разработчики, если это знают, то это прям вообще топчик-топчик. Он же свою игру, я знаю, создает, да, все дела. Ну, вот как-то вот так вот это все выглядит. Ну, блин, это реально компик целый притащили сюда. Это четко. Ну, не компик, но вот, конечно, но все равно. Черт возьми, это офигенно. Пошумел тут немножко. Ну, как тебе, монахиня, такой? Как тебе компьютер? Ну, блин, компьютер и ноутбук, ладно, пофигу. Давай-ка мы вот так вот кинем, вот сюда сверху. Ништяк, конечно. Монашка что творит, да? Давай, подходи-ка туда. Как тебе такое, а? Да тебе вообще по барабану, у тебя тут современная техника, блин. А ты ходишь горбатая туда-сюда со своим молотком этим. О, дурочка, ничего тебя не интересует нового. Эх, старое поколение. Почему мало кого из них интересует что-то новенькое? Не знаю. Так, тут еще, кстати, какая-то красная точка, чтобы она означала, я, конечно, не знаю, ну и тут тоже она есть. Может, это просто жвачка прилипла и этот, как его, немножко испачкалась. Не знаю.
Ну вот, в принципе, такая пасхалка. Здесь не потрогаешь, ничего не взять. Вебка не заклеена. Никакого сумасшествия. Вот. Ну хотя, как уж сумасшествие. Возможно, это в какой-то степени какие-то крутые меры. Так что не будем, в общем-то, говорить, что это какое-то сумасшествие. Ну нет, ну тут потрогать все нельзя, короче. Нам надо идти уже дальше. Включить кнопочку, нажать тоже ничего нельзя. Но тут уже включено. Какой-то синий экран. Ну, это, надеюсь, не синий экран смерти. Но по виду это что-то BIOS, наверное, какой-нибудь или что-то такое. Ладно, давайте выходим отсюда. Так, и дальше смотрим, что у нас по никам. Феромонас. Кто это такой? Феромонас. Нифига, как будто бы этот, какой-то этот рыцарь или что-то в этом духе. Не знаю. Ну, прикольный ник, Феромонас. Нет, знаете, такой какой-то величественный ник на самом деле. Ну ладно, прикольно. Так, ну давайте смотреть, что у нас у этого паренька Феромонаса-то интересного в игре есть. Так, и... Да что ж ты не хочешь двигаться-то изначально? Ой, у этого тоже наушники. У этого тоже наушники. И он... Он у нас что, священник какой-то, что ли? Священник-пират? Не знаю. Ну, похож вроде. Не знаю. Ну, вроде да. На голове... Это какой-то противоречивый, знаете, у него персонаж. Тут, типа, такой крест... Такая одежка священная. А тут сверху, по-моему, дьявол нарисован. Да уж, это, знаете, он что-то в эту игру как-то слишком жестко влился, если честно. Потому что монахиня тоже вся такая в таком же прикиде ходит, бродит. И у самой на уме какой-то дьявол. Не, вот действительно, блин, нифига, у нее что ж тут крест? Черт возьми, да это что, ее собрат какой-то или что? Не знаю, братаны какие-то они с ним. Ну тут тоже только взять и все. Вот я, кстати, не пробовал, может быть здесь они упадут из рук, если я что-нибудь другое возьму. Нет, подожди. Надо посмотреть. На всякий случай я проверю все-таки. Просто с ноутом-то там нельзя было однозначно. А здесь-то еще можно что-нибудь попробовать взять. Кстати, блин, почему я книгу ту же самую там не взял? Тупанул. Не, ничего не работает. Ладно, Феромонас, понятненько все с тобой. Вот, в общем-то, ник твой немного не то, что я представлял, короче, ассоциирует с собой. А дальше у нас Cubs Scouts. Ух ты, а это кто такой? Тоже не знаю, конечно, блин. Сегодня прям, знаете, в прошлой серии я еще более-менее кого-то знал. Ну, сколько я там человек знал? Двоих. А сегодня только одного вообще. Да, не густо, конечно. Ладно, поехали, посмотрим, что у нас тут. Пока у нас сегодня что? Пока у нас наушники, компьютер аж целый, потом. Что там еще-то было? Лего. Снова наушники, да черт возьми. Я надеюсь то, что со мной не сделают наушники, потому что это, наверное, самый этот, как его, не крутой, так скажем, предмет, который можно было здесь придумать. А то, если мне сделают этот, как его, как же он, наушники, вот здесь вот просто мою фоточку прицепят с канала, и все. Вот готово. Но это будет не очень крутая пасхалка. Но этот парнишка, он что-то с консолями, что ли, связанное? Потому что вот у него тут от джойстика эта часть. Ну, вроде как, да. Квадрат, кругляшок, X, треугольник. Ну, да, вроде как, да. Вот тут написано The Cubs Scouts. Прикольно. Просто берем тоже, они никак не пропадают. Они, может быть, не на голову как-то надеваются или что. Не знаю, что толком происходит, но мы идем дальше. Сегодня, так скажем, не слишком такое жесткое различие. Вот в прошлой серии-то там, ну, только две шапки повторились. Хотя здесь тоже только две пары наушников пока что повторились. Так что ничего, возникать пока что не будем. Дальше у нас Мия Ваук. Ух ты, это девушка, наверное. Мия Ваук. Ну, давай посмотрим. Что из себя представляет эта пасхалочка. Тоже не знаю, кто это, если честно. Запускаем. И давайте смотреть. Давайте смотреть и, в общем-то, думать, что же это у нас тут такое. Ох ты! Серьезно? Вот такая вот фоточка, это и есть отсылка, да? Интересно. И что это за фоточка? Ну, вот чего-чего,
Ну вот, блин, напишите, ребят, вот такое задание вам очень прикольное. Напишите, ребят, в комменты, что стоит написать разработчику, чтобы они сделали, короче, про меня. Самое оригинальное выберем и отправлю я ему. Я реально ему отправлю. Возможно, я наконец-таки... Да что за фигня? Иди нафиг. Наконец-таки решусь... Да что ж такое? Почему она обратно залезает? Наконец-таки решусь... Да... В следующем ролике сделать самый лучший комментарий, типа как меня очень многие просили, и этот коммент оттуда засуну, если, конечно же, не забуду. Так что, наверное, тогда на сегодня все, чтобы я не забыл, что в следующем видео надо будет воткнуть, чтобы тематика была похожая, вот обязательно сделаю. Так что, ребят, пишите, у вас есть ровно один день, я завтра выложу это видео, вечерком завтра буду уже записывать... Получается, ну, следующую серию по пасхалочкам. Так что обязательно пишите, выберем что-нибудь прикольное. И давайте прям реально вот что-нибудь такое оригинальное придумайте. Будет реально ништяк. И что это за баг такой вообще? Монахиня подходит, и эта фигня обратно задвигается. Вот просто посмотрите на это. Смотри. Та-дам! А еще самое интересное... Как оно так восстанавливается-то? Ага. Смотри, сейчас еще раз. Что за ерунда такая? Нет, еще же забава не в этом. Сейчас покажу в чем. Тихо. Да что ж ты будешь делать-то? Хочу вам показать, короче, как вообще бывает. Так вот сбрасываешь и просто туда вот эту фигню двигаешь. И она все равно, типа, залезает обратно как-то. А нет, подожди, сейчас не сработало. О, все, наконец-то починилось. Блин, ерунда какая-то тут с багом. Короче, друзья, на этом все. Вот такая вот пасхалочка. Не знаю, в принципе... Ой, пасхалочки... В принципе, мне сегодняшнего понравился Ноут Винди, он был таким самым отличительным из всех, и вот этот вот, ну, человечек Лего. Самый неотличительный, это, конечно же, вот эта вот штукенция на шкафчике. И знаете, по-моему, я помню, что когда я только начинал играть самую первую серию, у меня была фигня, тут тоже собачка какая-то, что ли, висела, не знаю, вот. Я реально это прям у него в голове осталось. Так что... так что возможно то, что реально вот такая вот шняк была в самом начале. Какой-то еще есть такой несекретный ник, что есть пасхалка с собачонкой. Либо это был просто баг. На этом все, друзья. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите комментарии с крутыми идеями по поводу пасхалки в Zenan. На этом все. Всем огромное спасибо. Всем удачи. И пока-пока.